посети виноград сей и утверди, его же насади, десница твоя. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Архиерейство Твое да поменят все честную кровь Христа Твоего. Аминь. Благослови Владыку Твоя, приглашив Духом Твоим Святым. Аминь, аминь, аминь. Очисти ум наш от греховных помышлений, прими моление от души и сердца, с воздыханием Тебе приносимое. Будь ходатайца у нас, Сыну Твоему и Богу, и отврати гнев Его от нас матерними молитвами. Укрепи в нас веру православную, вложи в нас дух страха Божия, дух смирения, терпения и любви. Дорогие владыки, я очень рад и благодарен вам за приглашение послужить в этой чудной обители и послужить при пении вот удивительном, которое собирает мысли человеческие, и оно как-то уводит нас вообще как бы от земли, от всех этих проблем, которые существуют в нашей жизни, в общественной жизни. И дай Бог, дорогой владыка, вам сил крепости духовно руководить этой обителью и Ионинской обителью, так чтобы люди, которые полюбили вашу обитель, и ту, и эту, здесь находились всегда отраду и утешение. С праздником всех!